Всем привет, друзья! Ну, те, кто смотрит очень внимательно наши ролики, скорее всего, уже догадались, в каком я городе. Говорить не буду, у нас так принято, что открываем магазины, уже потом всем рассказываем. Сейчас покажу вам стройку, ни разу так не делали на самом деле, но приняли решение, что вот во влоге партнерского союза будем рассказывать все супер подробно. В общем, погнали, я вам покажу, что у нас тут происходит. В общем, пока здесь практически ничего нет, но в этом и весь прикол, да, что сейчас вы увидите буквально голые стены, как мы делаем, подготавливаем наш магазин, а чуть-чуть позже выйдет видос, где сможете уже сравнить с тем, что получилось и как здесь все будет выглядеть. В общем, заходим, видим вот такую стену, ничего особенного, двигаемся дальше. Здесь у нас строечка, ну прям видно, да, что идет стройка, всякая грязишка строительная, мусор строительный. Но вот тут уже, мне кажется, становится понятно, что это такое очертание гитарного магазина. Когда вот расставили мебель, то стало точно понятно, что в этом городе этот Skiff Music будет самым крутым гитарным магазином, это вот однозначно. Значит, какая у нас задача, да? У нас здесь помещение такое классическое, стандартное, которое мы хотим использовать и в дальнейшем во всех городах. Это 100 квадратных метров, примерно 50 квадратных метров это торговая площадь, плюс около 50 квадратных метров это складская площадь. Значит, рассказываю, в чем суть. Здесь гитары, аксессуары, все, что с ними связано, музыкальные инструменты и все. Самое классное, конечно же, то, что вы можете найти на сайте skiffmusic.ru. Я не знаю пока как точную расстановку. У нас здесь сейчас, вот, скорее всего, выпадут картинки, и вы увидите, как мы стилизовали изначально дизайн-проект. Здесь, собственно, наши классические стоечки, они еще пока не доведены до ума, но во всех скиппинах вы уже привыкли их видеть. С учетом вот этой компактной расстановки, около 150-200 инструментов, я думаю, что вот на такой площади спокойно поместится, и вы сможете приходить и трогать, и, в общем, пробовать, тестировать всякие классные инструменты. Давайте я вам пока расскажу еще, то есть, соответственно, здесь у нас такая зона гитара, здесь будут какие-то диваны, пуфики и все остальное, чтобы было удобно. Здесь сейчас я вот туда забегу. Здесь, значит, у нас такая зона менеджеров и зона мастерской. Здесь мы расположим там одного сотрудника, здесь второго. Здесь мы хотим сделать такую полноценную зону мастерской. Она такая достаточно узкая, но зато длинная. Здесь можно будет разложить всевозможные инструменты, развесить и все очень уютно и классно сделать. Ну и, конечно, давайте покажу вам, как выглядит наш склад. Он уже, кстати, полностью загружен. Еще пока все не супер идеально красиво, но очень такой беспорядок, но уже видно, как много музыкальных инструментов, которые готовятся к тому, чтобы в скором времени уже выдружиться на эти прекрасные полки и встречать наших гостей. Есть еще один склад, в общем, достаточно интересная локация. Маловато здесь окон и света, ну что поделать, такое роковое, настоящее убежище для гитаристов, для музыкантов. Ну, вот такой вот краткий экскурс, ребята, краткий экскурс в наш прекрасный, новый, скоро открывающийся магазин в городе, который вы скоро узнаете. Привет! Слушай, ну вот что у нас здесь, как стройка вообще? Ты такой измученный, я вижу, что... Вообще, знаешь, стройка кипит. Ты вот сам видишь... Мы специально решили встретиться тогда, когда никого здесь нет, потому что иначе бы это... На самом деле, да, без строительства всегда лучше, но вы сами увидели уже здесь сам процесс работы, как все обстоит, как мы уже готовимся к тому, чтобы грандиознейшее открытие произвести. На самом деле... Так, а мы можем перерезать ленты вот этом все или что-то? Я думаю, что мы это... Что вы придете перерезать? Да, обычно ключом вообще. Ключом на открытие магазина, да? Круто. Можно, в принципе, на открытие магазина принести ключ и открыть его. Соответственно, в этом полноценном миллионе, так скажем. Да, мы так аккуратно, да, пытаемся все не сказать, что в каком мы городе. Я думаю, что всем уже интересно. Я думаю, что все уже примерно догадались, с учетом того, откуда я ехал и куда я мог приехать. Я надеюсь, что нет. И для всех это будет сюрприз. Да, и вот что еще хочется отметить, что это будет первый город, в котором мы начали создавать такой musical district. Вот
Я был, например, в Лондоне, и там есть такое Denmark Street, и это улица, на которой просто один за другим идут музыкальные магазины. Абсолютно такая же история есть в Японии, где тоже буквально стена в стену стоят музыкальные магазины. И вот этот город становится первым, где мы именно с Кейфенник начали такую историю в России. Мы приджониваемся к уже готовым магазинам и будем ждать, на самом деле, как только откроемся, обязательно об этом расскажу, будем ждать, когда и другие коллеги будут переезжать сюда, к нам в локацию, и сделаем такой огромный музыкальный торговый центр. Это будет великолепно, мне кажется, это будет грандиозно повторить. Но, опять же, всегда хорошо, когда есть рядом какие-либо музыкальные магазины. Это всегда полезно, всегда обменяется опытом. Ну и в принципе, когда идет развитие музыкальной индустрии, это отличное подспорье для молодого поколения, так скажем, потому что Steve Music всегда славится большим количеством инструментов, большим количеством гитар, так скажем. Поэтому здесь мы первооткрыватели в этом смысле. Супер. Что, Кит, давай, я тебе желаю побыстрее доделать всю эту работу и уже в ближайшее время запустить наш русский мюзик. Скоро увидимся в нашем новом великолепном магазине. Друзья, я в Пятигорске. У меня большая радость по этому поводу. Я никогда не был в Пятигорске. И приехал я сюда, конечно же, для того, чтобы встретиться с потенциальными партнерами партнерского союза Skiff Music. Какое первое впечатление? Ну, во-первых, здесь тепло, но сегодня небольшой ветерок задул. Ветерок задул так сильно, что, скорее всего, сейчас прям вдувает в микрофон, поэтому, скорее всего, будет нам немножко мешать. Итак, что я хочу сказать? Удивление у меня вызвало то, что когда я готовился к поездке, я увидел, что в Пятигорске, в городе, в котором проживает 150 тысяч человек по Википедии, аж целых 5 музыкальных магазинов. И по фотографиям это, ну, достаточно такие серьезные, большие музыкальные магазины. Не вот тебе какие-то маленькие точки. Это меня, конечно, очень сильно удивило. Поэтому я подумал, что как же так, 150-тысячный город. Вот обратите внимание, да, какой экспонат здесь рядом. 150-тысячный город и 5 музыкальных магазинов. Кстати, вот еще мы сейчас подошли к улице Калинина, 54А, здесь вот сразу, да, вывеска «Музыкальные инструменты», то есть еще музыкальные магазины, сейчас мы все посмотрим и обойдем. Так вот, оказалось, когда я пообщался уже с некоторыми магазинчиками, все очень просто. Агломерация здесь достаточно большая, очень много городов рядом, есть Ессентуки, там минеральные воды, еще небольшие городки, и все вместе это дает около 1 000 000 человека населения, поэтому эти 5 магазинов, по сути, работают на вот эту агломерацию. Так и Пятигорск, по большому счету, да, город Пятигор, он является таким основным торговым городом вот этой агломерации. Я сейчас посмотрю еще несколько магазинов, конечно же, все вам покажу, и после хочу немножко свои ощущения на этот счет и свои выводы вам тоже рассказать. Интересное решение такое развесить всю кабельную продукцию, удобно видно и висит красиво. Чего там? С островком можно разобраться. Свет себе подвесили там. Не, прикольно на самом деле, лампочки вот эти очень классные. Телемерию мы там задумали на второй точке. Большую эту перестановку, это он старенький уже, ТЦ-шка. Они ничего не делают, там надо уж своими силами что-то там приводить в порядок. Круто. Артур, спасибо большое. Я очень был рад пообщаться. Да, и я был рад тебя увидеть. Увидимся. Пятигорск.
Пятигорск, торговый центр «Диапазон». И вот что мы видим, да, здесь, пожалуйста, один музыкальный магазин, а рядом еще один музыкальный магазин. Сразу два музыкальных магазина в Пятигорске, где живет 150 тысяч человек. Так, собственно, весь Пятигорск такой на сопках. И вот он, одна из них, очень красиво выглядит. Так, конечно, очень интересный колорит города. Здесь вот небольшая станция маршруток. Гостиница Пятигорск. Вот такая вот она. И здесь вот Мьюз прям рядом играет где-то. Очень колоритно получилось. Так, Пятигорск. И мы продолжаем. В прошлом году я два раза был в Владикавказе. И вот что меня удивило. Магазинов в Владикавказе было три. И я посетил все. Название называть не буду, сами, если захотите, загуглите. И вот удивила меня следующая история, что остатки и вообще в целом система контроля, система ERP, система какого-то складского учета отсутствует полностью. Я говорю, как же так, как же знать, сколько у вас товара, сколько у вас денег в товаре? И все мне говорят, да, нам все это не нужно, вообще все это мелочи жизни, там все эти системы контроля, системы товаров. И для меня это на самом деле, ну, какой-то огромное удивление вызывает, как в бизнесе может не контролироваться остатки или там деньги, или продажи, или прибыль. Ну, на мой взгляд, это первое, с чего стоит начинать, если ты делаешь какое-то предпринимательство или бизнес, это вести учет, вести контроль. В Владикавказе всего этого абсолютно не было, но сейчас мы в Пятигорске, и я смотрю, что у ребят все-таки есть уже какие-то системы, хотя бы где-то 1С, еще что-то, то есть уже более-менее какой-то контроль настроен. И это, конечно, очень классно. Мы продолжаем смотреть музыкальные магазины Пятигорска и общаться с потенциальными партнерами партнерского союза Scape Music. Гостиница «Интурист». Наверное, в каждом регионе и достаточно крупном городе должна быть такая гостиница. Ну, такое советское прошлое. Она и выглядит как советское прошлое, но где-то здесь на первом этаже спрятался еще один музыкальный магазин. Фу, прям погрузиться в советскую атмосферу, как выглядит отель «Интурист». Здесь еще даже идут какие-то мероприятия. Мы сейчас так одним глазом заглянем. Но проектор используют уже современный. Вот конгресс-холл здесь находится. Так, конечно, выглядит все просто максимально сурово. Вот, например, есть футбол и пинг-понг. Еще и кожаные диваны. Вообще просто огнище. Короче, вот так вот. Такие шикарные люки. Так, друзья, ну что, Пятигорск просмотрен. Практически все музыкальные магазины изучены, со всеми познакомился лично. Каждому собственнику подарил свою книгу «Продавец гитар». Кстати, если у вас еще нет моей книги «Продавец гитар», то обязательно переходите по ссылке в описании, там есть ссылочка.
И, собственно, можно приобрести как бумажную книгу, продавец гитар, так и электронную, так даже аудиокнигу, которую я сам своим собственным голосом прочитал и записал для вас, чтобы вам было интересно ее послушать. Так вот, Пятигорск – абсолютно классный регион. Уверен, что здесь у нас получится прекрасное партнерство. Регион интересен тем, что вокруг огромное количество агломераций. И в целом, если говорить про город, то 150 тысяч, но рядом живет около миллиона человек. Это очень круто. Я уверен, что здесь точно будет очень продуктивно и прибыльно стихмюзик. Так, а мы, друзья, находимся в московском стихмюзик. У нас вот Юрий приехал прямиком из Таиланда. Наш прекрасный партнер, с которым мы сотрудничаем уже не первый год. Здесь у нас гитары и много-много классных гитар, так что будете в городах присутствия стихмюзик, обязательно заходите в наш магазин. Да, Вадим? Да, гитары ты прощался. Вот так вот. Так, Юрий ищет какие-то гитары, сейчас будет показывать нам новинки, которые скоро поступят во все магазины SkiffMusic и на сайт skiffmusic.ru. И все наши прекрасные гости смогут удивиться невероятным инструментом новеньким, да? Что там? Что там? В Яндексе картинки? С интернетом проблема. Да? Но у нас есть Wi-Fi. Это просто у тебя тайландский номер, он не работает. Не работает, конечно, в России, конечно. Я тоже так понимаю. Хотя дружественная страна все-таки. Таиланд тоже дружественная страна. Да. Да, ну отлично. Нормально, по запросу тайма, первым тайма.ру, вторым SkiffMusic. Ну-ка, мне кажется, это победа. Круто. Ну, мне кажется, да, это вполне себе. А третий, кстати, китайский какой-то сайт, поэтому даже мы обошли китайского производителя. Да, даже ВКонтакте, хотя у него рейтинги всегда выше обычно бывают. Или Market Яндекс, например, тоже ниже оказался. Ну, видишь как, SkiffMusic качает бренд, мы снимаем кучу классных обзоров и, в общем, много всего делаем, чтобы продавать эти инструменты. Давай, Вадим, расскажи еще что-нибудь нам про гитары. Привет, ребята. Давно меня не было видно. Не было видно тебя на канале давно, да? Я стараюсь, мы стараемся делать так, чтобы вам было очень круто и комфортно выбирать гитары. Огромное количество гитар, но сейчас их стало меньше. Так надо встать вот так вот, получается, да, что... Это наша легендарная стена, которая меняется ежемесячно. А мы в каком городе? Мы в Москве, на Правды 7/9. Это гитарная метка столицы. Вот. Если вы будете рядом, забегайте в гости. Мы снимаем специальный влог, он называется «Влог Партнерский союз». И здесь рассказываем про то, как мы строим сеть SkiffMusic, открываем классные магазины. Но SkiffMusic в Москве уже открыт, поэтому просто показываем, рассказываем, что здесь есть. Главное, у нас здесь есть Вадим и еще классные ребята. Вот, то, что Вадим говорит, что гитара – это про счастье, на самом деле все дело в людях. Ух ты, каким! Да, но гитара – это про счастье. Так, давай, рассказывай, какие-то новые гитары нашлись. Это вот такие скоро приедут. Они не новые. Они не новые, но у нас-то новые будут. У вас будут новые, да. Интересная форма. Круто, круто. Ну, вот так вот, небольшие инсайдерская информация. Интересной формы, такой Hello Body. Круто. Так что скоро новенькие гитарки подъедут, и все будем вам показывать. Давай, Илья, рассказывай. А что рассказать именно? Ну, что вообще, как с ремонтом инструментов, какие проблемы возникают? Ну, как, кстати, вот таймы, ковенант, шиноби, скоя, как вот, по настройке, как, мы же каждую гитару отстраиваем, да, когда отдаем нашим прекрасным гостям и покупателям. Как вот они по настроечке, вот, уже с завода идут настроены или все-таки надо их немножко подкрутить? Таймы, ковенант надо еще чуть-чуть подвести, по розгласному подстроить, и бывает, что иногда потереть лады, но не критично. Ну, это нормально, ты расскажешь, что это вообще нормально, да, что даже гибсоны вещь. Мы настраиваем после того, как они приходят. Гибсоны там бывает, за 200 тысяч вообще беда, да. Но не всегда. А таймы, ковенант, очень хорошие гитары, их чуть-чуть только долатать, да, и отличные инструменты. Но что касается шиноби и сквоя, ну, какая цена, скажем так, такое и качество. Вот, там немного надо побольше вложиться, мне кажется. Надо немного побольше вложиться, но есть тоже достойный инструмент, особенно если следить за ними и следить за влажностью. Потому что если не следить за влажностью, что за 200 тысяч, что за 15 тысяч, инструменты идут с одинаковыми проблемами. Вообще красавчик.